Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим с вами о Санта-Клаусе или Деда Мороза, которого все скоро будут ожидать. Что такое Дед Мороз? Дед Мороз – это не прообраз, а подобие Санта-Клауса. Санта-Клаус – это святитель Николай, который положил начало своей добродетелью. Санта, то есть Дед Мороз, Дед Николай, который ходил и творил добрые дела, зная бедные семьи, он в мешочках раздавал серебро, давал продукты, кто в чем нуждался. И вот прообразом Санта-Клауса стал Дед Мороз у нас на Руси, где каждый ждет от Деда Мороза подарков и исполнения всех желаний. Но вот эти желания, они прежде всего сегодня устраиваются родителями, дедушками, бабушками для наших детей. То есть мы даем возможность поверить нашим детям, нашим внукам, в добро, в ту загадку, которую дает Господь, дает святитель Николай. И вот этот добродетель, который сегодня передается с поколения в поколение, дедушки, бабушки, родители исполняют желания. И мне бы хотелось, чтобы надежда, которую, дорогие мои братья и сестры, дедушки, бабушки, родители, даете вашим детям, чтобы оно было полезным, чтобы вот дети, черпая ту надежду и ту веру, которую вы им даете, аминь.